Хочу показать нехитрое приспособление для сбора ягод малины, смородины, крыжовника, шиповника, терна. В этом году его хоть отбавляй. Как правило, это колючий кустарник. Очень неудобно какую-то емкость перемещать за собой. И вот предлагаю такое решение. У пластиковой бутылки полуторалитровой срезается верхушка, проделывается два отверстия, и вот применяется такой широкий ремень с такими вот защелками. Очень удобно. Вот я считаю, что всякие веревочки, бечевочки непригодны здесь по двум причинам. Первое, что они могут прорезать этот пластик под весом, пластиковые эти отверстия, и переполненный сосуд этот может грохнуться об землю. И второе, вот узкие веревочки эти при нагрузке, они начинают передавливать сосуды шеи, что небезопасно, особенно в жаркую погоду. А здесь широкий ремень, и тем более он регулируется. Найти его очень просто, от какой-то сумки БУ. Ну, в всяком случае, понятно, что никакой проблемы достать его нет. И кроме этого, я еще применяю вот такую армейскую перчатку. Шиповник, терен, на левую руку она надевается. И здесь брезентом она обшита. Никаких повреждений не бывает. Очень удобно собирать урожай. В этом году урожай, конечно, зашкаливает. Желаю вам всего хорошего. Смотрите полезные видео.